Так, я ему зверь, который запорол мне прошлое видео тем, что просто гавкал на вообще без возможности. Итак, сегодня у нас очень классный вид, потому что последние солнечные деньки, и очень хочется записывать на улице, но тема у нас такая, как Лена Степкина стала международным спикером. Несмотря на петухов, гавканье собаки и жизнь в загородном доме. Итак, начнем с того, что я вам расскажу про международную палату GCI. Это такая палата, которая была организована вообще изначально из танцевального клуба в Америке. И по всему миру она является очень классной, статусной, и находиться среди членов этой палаты очень престижным. Просто в нашей стране на данный момент это не так. Ну, то есть туда легко попасть, там, это мало стоит финансово, членский взнос всего 5000 рублей в Санкт-Петербурге. И, ну, то есть это пока что, может быть, это нам и на руку, что мы можем быть членами этой палаты без больших каких-то затрат и высокого конкурса, и это круто. Мой путь в этой палате начался несколько лет назад, когда моя подруга Надя, она стала президентом этой палаты и, соответственно, пригласила меня быть ее членом. И там как-то так получилось, что вообще в палате есть определенный регламент. И сначала ты попадаешь туда, 3 месяца находишься в триал-периоде, то есть это когда ты не являешься полноправным членом, а условно палата еще смотрит, подходишь ты или не подходишь. Вот. И после этого ты становишься вот full member. Это полноправный член, который, ну, как бы может принимать какие-то решения в палате. И, соответственно, у них там была какая-то история с тем, что кто-то прошел триал-период, и почему-то не получилось вступить у человека по личным каким-то причинам, и меня позвали. То есть я сразу стала полноправным членом, без триал-периода, и, собственно, началась наша работа. У нас там были с Надей так как раз интересные проекты. Мы занимались благотворительностью и со взрослыми. Там это у нас была школа третьего возраста, как-нибудь вам расскажу об этом. И с детками мы также ездили, помогали в детские дома. И было круто. Но потом так получилось, что Надя, они поехали на какое-то время жить в другую страну. И президентом стал другой человек. И этот человек вообще никак не поддерживал нашу инициативу и не вовлекался, и в конце концов сказал, что типа это к GCI отношения толком-то и не имеет. Вот. И, ну окей, и там еще был инцидент, в общем, не очень приятный. И мы с Ирой, я привела в палату 3 человека, мы с Ирой вышли из палаты на какое-то время, да, причем со 2-го раза, потому что с 1-го раза нас вся палата такая: вы чё, оставайтесь, это же Лена, тара-та-там, все, давайте. Я говорю: хорошо, давайте еще неделю подумаем, и через неделю, соответственно, я все-таки вышла, потому что, ну, я не хотела быть под руководством человека, который там... Я не то, что не уважаю, считаю, что он там не способен управлять. Вот. И, соответственно, сейчас, когда я уходила, мне сказали, что давай возвращайся. И вот сейчас поменялся президент, и, собственно, я вернулась. И меня как бы вернули, ну, понятно, с чьей подачи, на триал-период. То есть я сейчас 3 месяца тоже они смотрят на меня, какие у меня проекты. И тут я недавно узнала, что один из полноправных членов, который вот недавно стал, он сказал, когда его спросили: а что ты сделал в свой триал-период такого классного, что тебя взяли? Он назвал 2 вещи. Первая из них — это он пришел на какое-то мероприятие, не организовал его, не помог организовать его, а пришел на какое-то мероприятие. А второе свое достижение он назвал — это я сдал членский взнос 5000 рублей. Вот, ну, то есть, чтобы вы понимали, да, что есть там люди, которые стараются сделать какие-то крутые международные проекты, да, ну, или не международные, или там всероссийские какие-то, или даже местные, петербургские, а есть люди, которые вот, ну, как бы из достижений сдают деньги. Собака пошла ловить кота, поэтому если сейчас будет громко, то будет громко, я уже не пойду перезаписывать видео, потому что
неохота. Вот. И в пятницу утром, сегодня воскресенье, мне звонит Надя. А Надя — это вот как раз тот президент, и она мне не звонит, она мне пишет. Президент, и она очень классная. То есть вот как я сказала, что есть такие люди, которые там деньги сдали, а есть другие, которые... И вот Надя как раз такая, ей скажешь сделать вот так, да, а она сделает вот так. Это в природе ее заложено, у нее огромное количество проектов, и это супер-супер-супер-супер профессионал. Окей. Мне пишет Надя, говорит, как у тебя с английским? Я говорю, ну, сегодня не очень. А время было 8 утра, я собиралась поехать в дом, помогать родителям там с ремонтом. И как бы вообще ничего не предвещало новых дел, потому что день был распланирован, вот тютелька в тютельку. И она мне рассказывает. А тогда не полную историю, я вам сейчас сразу полную историю расскажу. Она хотела, вот GCI организует международную европейско-азиатскую конференцию, международную. И в GCI есть такое правило, что все люди, когда они вот на всяких конференциях, они разговаривают на английском языке. Даже если ты разговариваешь с человеком, который, например, тоже русский, да, или с Украины, то ты с ним разговаривать должен на английском языке. Такое правило для того, чтобы люди вот коммуницировали. И, соответственно, вот на этой международной конференции все будут разговаривать на английском языке. И Надя очень хотела быть спикером, но ее по каким-то там причинам не взяли. Она такая, ну окей. И вот условно в четверг выяснилось, что спикер, один из спикеров, не сможет принять участие, и предложили Наде. И я так понимаю, что у Нади была ровно такая же реакция, как у меня, типа, а-а-а, окей, я согласна, вот. И потому что нельзя отказываться от таких шансов, потому что они там, может, один раз в жизни и выпали, никто не знает. Вот. И тема цифровизация бизнеса. Так-то тема из хорошего, тема широкая очень, да, и большая. Из плохого слова цифровизация я на русском-то не могла выговорить на момент, когда она мне это предложила. Вот. И Надя поняла, что она одна, а нужно вещать 55 минут на английском языке, плотно и достаточно речью, по заданной теме. Она поняла, что она одна это не вывезет, и решила пригласить второго себе напарника. И она подписала это такой фразой сегодня в Инстаграм, что «С кем поведешься, так тебе и надо». Вот. И она позвала меня, и я, разумеется, согласилась. Знаю я английский? Не знаю. Страшно мне? Капец как. Мне никогда так страшно не было. Я выступала вживую на 2500 человек, и они меня слушали. И было... мне было даже не на треть страшно того, как было страшно сегодня. Вот. И, соответственно, с пятницы... А мне за руль, я напомню, что там ремонтные дела никто никуда не отменил. Мне за руль, я еду, и что-то как-то там... Мы сначала на русском эти тезисы, потом на английском. Благо, вот это вот не имей 100 друзей, 100 рублей, а имей 100 друзей. Мне не нравится все время фраза «или», я хочу и 100 рублей, и 100 друзей, но... А мне нужен один дружище, который нужен, может дать мне 1000. Но нам реально помогли, мне помогла моя подруга Настя, она вообще там такая история, у нее есть друг, американец, которому она отправила этот текст, чтобы он его подкорректировал, наш потрясающий английский, вот, и, ну, короче, мы готовились изо всех сил, вот как могли, а у Нади еще параллельно куча проектов, а у меня параллельно началась такая мигрень, что я реально думала, что я умру. У меня периодически случаются мигрени, там я когда не досплю, не доем, перенервничаю, это постоянно. И до такой степени, что я не могу глаза открыть и смотреть ни в экран, ни в телефон, никуда, я не знаю, что с этим делать. Я пью какие-то адские таблетки, потому что всякие обезболы, они мне вообще не помогали, и потом я пила таблетки от именно от мигрени, и я их выпила 3 или 4 штуки, и вот чуть-чуть помогло. Вот. А я потом еще сходила ночью в баню, это прелесть жизни за городом, и прям я себя так парила, что типа вся хворь должна уйти, завтра должна быть восхитительна. Потом уже читала вот так
в очередной раз вычитывала текст. В целом мы с Надей прошлись вечером, но все равно это было очень страшно. Это мало времени на подготовку. И сегодня мы выступили. Перед выступлением у меня тряслись вот так вот руки. Честное слово, у меня очень большой опыт, очень большой. Но на английском это очень сложно. Еще прикол. Вчера еще Надя звонит и говорит, давай там, ну, еще один проект предлагает. Очень классный, кстати, проект называется «Мой...» Не на... Господи, налог только... «Мой бюджет» называется проект. Кто в Санкт-Петербурге, если меня смотрит, и у вас есть дети-школьники, посмотрите, что это за проект. Очень классно. Посмотрите, участвует ли ваша школа. И вот, собственно, Надя куратор и пригласила меня также быть куратором для этих проектов. И я такая, знаете, у меня был один вопрос. Надь, на русском, говорю? Она говорит, на русском. Я говорю, ну окей, тогда я согласна. Потому что на русском, кажется, все теперь настолько легкое. Вот. И мы сегодня выступили, и я что вам хочу сказать. Надя написала такой пост о том, что если ты боишься чего-то, тебе что-то предлагают, ты боишься, просто скажи «да». Знаете, и в пятницу, когда я понимала, что там все рациональное, мне говорит «нет», потому что английский я не знаю. Из слов я там, ну, использую только «окей», да, не тренировалась, и это очень мало времени на подготовку, страшно, там 2500 человек участников, это огромная-огромная конференция, там бесплатно можно посмотреть ее онлайн, а там еще огромный зал был, платный, там такое оборудование, господи, как будто это майнинговая ферма какая-то. Огромное оборудование, куча всего, огромные экраны, и ты вот должен это вещать, и это... Очень страшно, правда. Но я понимаю, что шанс... Вот он. Если я не возьму шанс, который мне сейчас дала Вселенная в лице надежды, то я буду себя винить каждый день потом, да? И я буду думать о том, что как можно было просрать такой хороший шанс. И еще у меня возникла такая мысль, которую я хочу с вами поделиться. Смотрите, там собака сейчас подойдет. Тинь-тинь-тинь, Кима. Сейчас прибежит собака к нам сюда. Вот. Хочу поделиться с вами такой мыслью, что Вселенная и вообще мир не дает нам больше, чем мы готовы вынести. И он дает это именно тогда, когда мы готовы это вынести. Соответственно, не трогай осу. Кима, нельзя. Трогает пчел. В мире животных у нас тут. Вот. Мир дает нам это в тот момент, когда мы готовы. И если ко мне пришел такой шанс сейчас, то значит, я готова сейчас. Да, мне кажется моими рациональными штуками, что я не готова. Но это не так. Скорее всего, я готова, и, скорее всего, у меня все получится. И, как видите, по итогу я была готова, и у меня все получилось. Это было сложно, но... Было бы гораздо сложнее не использовать этот шанс и потом жалеть о том, что я могла бы быть международным спикером. А сейчас я международный спикер! У-ху! Я просто супер рада и счастлива, и для меня это какой-то такой статус. И знаете, я в целом тот человек, как многие другие, который склонен обесценивать. Ну, мне кажется, ну, что такого, там, ну, вот это сделал, внутри, там, образование, еще что-то. Вот. Но даже вот недавно тут история была о том, что про арт-терапию меня спросили, типа, как ты вот учишься, тара-та-та. И девочка сказала, говорит, это, наверное, очень тяжело. Я вот ей рассказала о том, что я учусь, и что арт-терапия — это направление психологии, что это нельзя так просто... Типа там пройти курсы, там, не знаю, 12 часов, 48 часов. Там какое-то четырехзначное количество часов должен. То есть это 5 лет в универе. И, ну, и она мне сказала такую фразу, что, наверное, это очень сложно себя дисциплинировать и самостоятельно вот учиться, писать диплом.
И я задумалась, что действительно это, ну, сложно, и многие люди, включая меня, периодически тоже не могу это делать, периодически у меня не хватает сил, но сейчас, слава богу, я уже пишу диплом, господи, он уже готов на много-много процентов. И я до момента, пока она это не сказала, я это тоже обесценила, потому что, ну, типа, если бы я хотела быть арт-терапевтом и иметь какую-то корочку, то реально можно пройти, там, 12-часовые курсы и быть им. Но я считаю, что человек должен опускаться вглубь и получать знания именно вот, ну, такие глубокие, потому что терапия — это работа с другим человеком и с мозгом, это ответственность. И для меня это важно. И я это обесценивала до момента, пока мне вот девочка не сказала, говорит, блин, ты такая молодец. И я думаю, да, я такая молодец. Но сейчас вот я вообще ни капли не обесцениваю наш с Надей поступок, наше с Надей решение это сделать. Это было сложно, но это очень круто. И мне девочка одна очень тоже хорошего статуса в GCI сегодня написала, что Лена, говорит, ты пока вот триал, да, то есть помните, что я вам рассказывала, что сначала 3 месяца я сейчас нахожусь в триал-периоде, то есть я еще не полноправный член. Она говорит, ты за триал-период добилась большего, чем куча людей, которые по 10 лет находятся в GCI. Это тоже очень крутой комплимент, и это тоже очень приятно. И подытоживая видео сегодняшнее, я вам хочу сказать, что широко открыть глаза и видеть возможности. И очень сильно чего-то хотеть, потому что я вам когда-нибудь расскажу, но у меня есть одно очень большое желание, ради которого я делаю вот очень много сейчас действий. Я когда-нибудь вам тоже поделюсь, расскажу. Надеюсь, когда оно сбудется, потому что я очень сильно вот это все не люблю говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Вот перепрыгну, сообщу. Вот сейчас перепрыгнула, сообщаю. Я даже в Инстаграм там ничего не постила, потому что меня так колбасило, и я боялась, что вдруг сорвется, а вдруг не получится, а вдруг что-нибудь технически какие-то будут проблемы. Вон собака тоже что-то уже рассказывает. Вот, поэтому желайте, стремитесь и имейте хороших друзей и сами будьте хорошим другом, потому что я уверена, что если бы Надя, например, не чувствовала то, что она может об меня опереться, она бы взяла другого человека, потому что она могла бы взять у нее кучу друзей, которые свободно шпрехают на английском, и с ними, возможно, было бы проще, но она выбрала меня почему-то, и за это ей большая благодарность, и мне большая благодарность за то, что я тот человек, которого выбирают. Поэтому и сами старайтесь транслировать вот эту вот надежность и ответственность, и делайте все дела на 110%. Вот, собаченька бегает, там у нас сладкая. Поэтому принимаю поздравления. Я в Инстаграме сегодня, у меня как день рождения, честное слово. Мне все пишут, что классно-классно. Я хочу вот эти эмоции запечатлить, и поэтому вот вышла в сад погулять и поделиться. Все эти эмоции очень круто вот запечатлить и оставить, и в этом большая благодарность Ютубу. Это очень круто. Целую, обнимаю. Будьте счастливы. Если хотите, можете написать мне свои достижения, я вас тоже похвалю. И не обесценивайте это, потому что это очень ценно. Мне вот тут сказали недавно, я когда сказала одному очень близкому человеку, говорю, меня вот пригласили в международный форум спикером, это так круто, вот я готова. Он такой сидит, типа, а что, это оплачивается как-то? Я говорю, ты чё, это же люди деньги платят, чтобы посмотреть, а меня спикером, это так круто. Ну, то есть для меня нет вопросов, почему это классно. Он говорит, ну, если бы оплачивалось или еще что-то. А я с другой стороны думаю, а что, деньги не зарабатываю? Да я и так зарабатываю нормально. Вот, но это очень легко обесценить. И не разрешайте ни себе, и не разрешайте обесцениванию других проникать в вас. Вот. Все. Длинное видео, целую, обнимаю. С вами была Лена Степкина. С радостью, счастьем, солнышком. Я до того, как снимала, начала снимать, не было солнышка. Вот вышло. Все, целую вас, покасики, кукусики.